назад. Что? Ну да, я говорю, Максим уже зарядился, едет на гулик. Обойму ставят. Короче, это такой, можно сказать, мини-влог. Мы сейчас будем забирать я забыл. Мотоцикл будем забирать, колесо пробилось. Да, о, ебану. Дайте разок дверь. Тут у нас машина загружена. Сейчас будем мыть машину. И еще что-то делать. Короче, что-то вот такой еще. Вот у нас мини-влог. Что-то еще. Что? Что-то еще. Будем делать что-то еще. Надо резко. Резко поворачивай. Похую! Загружайте, я сниму все это на видео. Не поломал. Что это, Александр? Привет, Александр. Что, застрелил хоть что-то? Когда? Ну, когда ходили. Не ходил? А батя ходил? Ты что, застрелил? Не? Лисицы даже не было. А где она поняла? Вот у нас мотоцикл. Сейчас покажу. А, ну видно. Где она есть? Че, это Дашка? А? Дашка? Да. Ну все, купил все, Саня. Стоплю, может. Протянем. А у тебя есть динамометрический ключ? Как батя протягивает? А вот. Я не помню, батя ты кого-то брал. Ты не замерз, братан. У кого? Замерз. У кого? Спросишь тогда? Спрошу. Это моряк. Не просто вообще. Вчерашний день тебя потерял. Глянь, сколько раз ездил на моем мопеде, уже катался. Что, камере хана, да, Александр? Да, сосок. Нет, я его хуярил, блядь. Вчера я мышь вон охуел. Вчера? Да, я его похватил. Помогайте, люди. Ебать, пидор, ебать. Пиздобол, да. Ебать, отвечай. Что? Мишмен. А шо? Фу. Вот куда он ездил, да? Так, кто будет ехать за рулем? Я. Артём хочет. Да. Поворотники. Все. Я ебал, я не пью. Да, не я гулять не выхожу. Вон я же. Это же на места мужчина, нахуй. А что он капает? Да забей. Да забей. Да подсгрой. Да, подпалю, быстрее. Поехали. Вот такие дела. Пошли. Я видео снимаю. Сань, спроси, бабушки. А? Да брат, вылез. А ну, вы все. Все, давай. Опа. Да, ты Абаз, ты засунь. Едешь со мной в город? Да. Поехали. Вот такой у нас мини-вожик. Едем. Лайбочка везет. Лайбочка везет. Давайте, да? Подвигаемся. Сейчас будем мыть мотоцикл. Какой ебать, мотоцикл? Я сегодня тут такими ручками нахуй не крути. Здрасте. Привет! Привет! Здрасте. Привет. Сейчас будем мыть машину, потому что она вообще грязная. Тут у нас дожди были, вот. Дима! Давай выйдем. Что? Развернуть машину. Ну, Леня, батя, знаешь, сколько этих бойцов сидит, ебать. Бойцов невидимого фронта. Банда голый письмен. Что? Банда голый письмен. Я, короче, понял, что вам... Ну, ебать, Андрюха, это не твоя беседка. Дома интересно. Кто узнает. Короче, буду снимать такие влоги. Потому что у нас каждый день проходит что-то новое. Влогики! Это будут такие большие влогики, Максим говорит. Так что, ребята, смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь, это же школьник ездит на машине. На машине школьник ебашит. Каждый день что-то происходит новенькое, поэтому буду снимать. Каждый день школьник убивает Жигули. Это точно. Все, и мы движемся.
Заезжаем. Ой-ой-ой, цепанул. Тютелька в тютельку. Цепанул. Немножко цепанул. Опа, чиназес. Вох будет на минут 40, наверное, без монтажа вообще, как вы любите, ребята. Полностью без монтажа? Да, без монтажа, просто вот, даже без музыки, наверное. Нет, я хочу музыку. Опа. Двигатели 400-кубовые. Брал с Ямахи 300, ну не знаю, не подошел, взял 400, я понял, поставил пушку. Так летел, что аж шуруп, видишь, засадил. Ебать, как этот шуруп еще, знаешь, сколько он уже тут торчит? Уже года два. Да не на третий пошел, какой два? А может и четвертый, я не помню. Ебать, у тебя шуруп, я помню, что он торчал, что ты знаешь, сколько. Крылья, лови. Да, оно поймешь на шо-то, или? Ну, на шо? Это... Знаете... Ебать, догадался, ебать! Долго думал, но догадался. Два контакта. Да. Шо вы скажете? Один контакт. Это каже... Ничего не скажете, а ты что скажешь? Ну так и набирайся. На 7.15. Смотрите, какая грязненькая просто. У нас погода была не очень. Видите? Бородач, ребят, не в курсе. Простите, понять, братва. Сейчас школьник будет за рулем. Говорит, на школьника не похож, какой-то пубертатный период прошел. Капец, тут газом воняет. Не бачу. Тут? Ну хорошо. Тут так тут. Че музыку включить? Что это? Кто это? Ладно. А куда вы? На дорогу развернуть. И погнали. Мать, не задом, дай мне. Куда? Лёха, толкай. Только кнопку. Всё, тормози. Назад теперь. Давай лучше, лучше, ребята. Не сильно будем нам идти вперёд сейчас. Задувает ветер, походу. Легенько, да. Это все легенько так. Вот так вот. Разобрано тут все. Куда? Сейчас будем заезжать с гадом. Газом воняет, капец. Слава уже не бензином. Давай.
усы, какой ты школьник. Это не, блядь, не усы. А-а-а, током ударил. А-а-а, да. А ты думал, тебя ласкать будешь, и что? После того всего, что я с ней сделал. И рыжка с Корабельникова. Снимай его, что он делает. Мы не взорвем. Давай я подпалю. Мы не взорвем, мы на ней же не поедем дальше. Подпалил? А, снимай, что он будет делать. Меня. А, Антик, за ним идти. Что это, Андрей? Блок? Это новый блок. Что с ним делали? Точили его. Покрасил, красный, чтобы больше быстрее ехал. Чтобы 200 это. Напишите в комментах, нравятся вам такие влоги без этих. Без скрип. Хорошо, я их люблю при чайоке смотреть. Ты не смотришь их. Напишите в комментариях, нравится вам смотреть такие видосы без этого, без монтажа, как оно на самом деле есть. Сейчас будем кверху мыть, опять краска послетает. Школьник едет на машине, школьник убил мопед. Просто посмотрите, какая она грязная. Покажи, как надо. Парни, заберите эту хуету, киньте ему багажник, пожалуйста. Лёх. Киньте ему нахуй, закиньте эту хуету. Вот это. Откуда лучше? Да, я иду нахуй. Они тяжелые. Подожди, снимай. Чё, блядь? Это контакт, ты меня облил. Максим, а где ключи? Это не то. Сейчас. На, иди снимай. О! Артём, на. Что на? Короче, мы без монтажа сейчас будем мыть машину. Таким вот кюркером. Как думаете, краска слетит быстро, чи не быстро? Я не знаю. Тёма, ну где ты? Что там? Там не тоже вертолёт. Капец, лайф этот контент. Так Кирилл хочет её забрать. Сколько денег? Забирай, я тебе не должен. Ну я тебе въебал. Thank you.
нас нет. Так капец, как она открывается? Это, да, типа для детей. Это для. Типа для детей. Кто у меня бежит? Еще. Я думал, это мой телефон. Так она еще останется. А по-моему одна. Я оператор это. Не, не нормально, это хуя, давай снимай. Ничего там не было. Что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Показу раз. Надавливаешь. И поднимаешь. Видишь? Потом засовываешь, надавливаешь и проворачиваешь. Все. На. Достань. А зачем? Надавливаешь, проворачиваешь, поднимаешь. Подожди. Я понял. Видал? Да. Сливай. Ты эту жидкость в бутылочку. Нет, да. Снимай. Наливай бутылочку воды полную. Не, мне просто сейчас интересно. Вставляешь в этот и выдуваешь полную бутылочку. Просто его сейчас крепко нарубай. Максим. Что? Там лежит там. Все, закрывай. Ничего с ней не будет. Продолжай просто мыть и все, а потом свернешься и...
Что, он платит? Ой, тут рыба. Сейчас пойдет. Ты когда одеваешь, ты не должен, вот, левая рука правильно себя держит. Дал? Да, прокрутил там. А правая должна быть, нет. Да, вот, ты сейчас левой правильно держишь. Нет, да. Максим. Не я сейчас попотею. Максим. Вот. Все. Сейчас. Смотри. Все. Смотрю, но она сейчас тоже светит. Смотри. Когда ты так берешь, ты должен вот здесь держаться. Один. Вот здесь. А не вот здесь. Вот здесь, вот. Вот здесь вот эта штука. Смотри. Вот. Вот она. Вот он, сука, ролик ебаный. Ясно, понятно? Нет, логично. Все, все, она... Не, она сейчас выйдет. Ну ладно, хорошо. Упирайся. Нет. Продел вот эту штуку. Она вот эта штука крутится влево-право. Да. Все, крутится. А, в эту сторону крути. Смотри. Я тебе могу понять не расскажу. Смотри. У меня вот это удобней. Что он? Не может раздуплиться? Не, высовывай, ну. Высунься, высунься. Я сам там просто поворачивай пробу. Чуть-чуть я забыл. До угла, до упора. Слай. Все, до упора, сильней. Нет, до упора, все. Ну, она просто вытянет. Вообще... Просто вытянет, вот все. Получается влево. Это открыть. Право закрыть. Да похуй. Все. Нет, нет, все. А он просто ручка одел. Вот так его держит, типа не наступал. Вообще, знаешь, когда она будет делать? Когда пена была. И помчал, ебать! Вот так! Она уже сухая. Я понял.
Я так краю. Ебать, пригорел. Опа, тут конструктор какой-то. Сейчас будут собирать. А ну покажи. Как вставлять? Разные размеры. Один такой, один такой. Этот идет вовнутрь? А, нет, это идет до коленвала. Вот эти медными до коленвала. Что ты, Андрюха, будешь собирать это? Да видишь, уже пошла. Пошел процесс. Та ты шо, та ты шо. Погнали. И вытягивай его. Жига там. Сейчас покажу. Какая чистенькая. Только надо купить шпаклевку, зашпаклевать все. Вот. Чистенькая теперь. Красивая. Вот это вот только. Блин, мне не нравится. Краска слетела после того, как она загорелась. Так, прошло уже очень много времени. У нас уже светает, или как это там называется. Жига стоит. Помытенькая вся. Еще в салоне надо убраться. Будет красиво вообще. Просто посмотрите. Почти ни одного этого косяка. А, блин, уже он начинает. То я проехался просто немножко. Сейчас покажу, что там пацаны делают. Пацаны, а что вы здесь делаете? А что он... Пацаны, ребята, а что вы здесь делаете? Посветить? На, нахуй. Максимум выжимой ставим. Просто топ. Андрюшка настолько богатый в Бурагу устроился, что каждый месяц мотор меняет. Не понравился, другой поставлю нахуй. Не понравилось, там немножко шелестело что-то. Ой, блядь. Ебло, слава, это пиздец. Ты что, вылазить будешь? Да не встать, не буду. А как ты делаешь? Ладно, я выключаюсь. Но если вам интересно смотреть, просто ставьте лайк и пишите в комментариях, что хотим влогов. Побольше влогов. Оп. Чиназес. Следующий день. Сейчас будем ехать в город. Покупать вкладыши Андрею на этот, на двигатель. Короче, Андрюха покупал вкладыши, а они не подошли, ему продали не те, которые нужно. Сейчас поедем, купим. У нас сейчас на часах 10 часов утра. Или, ну да, 10 часов утра. Оп, холодный пуск. Отлично. У нас, в принципе, и мороза нету такого, чтобы машина не заводилась. Я тоже только проснулся недавно. И капец. Сейчас будем ехать на Жиге в город. Что-то купим, а дальше не знаю. Может, даже подсниму, как они будут эти вкладыши ставить, как они мотор будут собирать. Может быть, это подсниму. Я не знаю, будет вам это интересно или нет. Мне просто нравится, когда пацаны что-то там делают и рассказывают прикольно. Это интересно. И это я даже не снимаю. Но я решил, что буду, наверное... Но я решил, что, наверное, буду снимать. Все, едем. Бам-бам-бам, чики-бам-бони. Решил все без этого, без монтажа делать. Все как есть. Может вам понравится. Может вам понравится, и мне не придется монтировать. Больше. А, коробка еще мерзлая. Вот так вот. Недалеко от меня находится. Ой, блин, я дверь забыл закрыть. У нас, блин, еще поворотики не работают уже.
Потому что сгорел предохранитель. О, там уже Ява стоит. Ну где они? Сань, ты мне скажи, шо? Как так получилось? Все хуйня. А что это за масло разлито? Это лишнее, я сдвинул вилочку. Ява. За сколько ты покупал? Кого? Вот эту фару. 900 гривен. Нормально. Здравствуйте. А что вы делали? Где он стоит? Ого, конструктор. Вот это да. О, тут такие чиназысы стоят. А тут тоже чиназысы. Еще одни чиназысы. Уже почти? Сейчас будем запускать. А ты вышел умеете? Нет, но моем. Смотрите, сколько тут деталей всего. Сам чизис. Чиназис. Вот что я скажу. Печечка топится. Если бы не добил на мне. Либо они уже завязали тошнил. В натуре. Мы бы уже его вкинули тоже. Все было чин-чинное. Это был увлекательный аттракцион. Не могу на продажу, блядь. Интересно, кто-то поведется, чем? Я думал, возьмет он, Максим. Пиши, нахуй. Вот. Ох, тысяча. Держи. Все. Ну так, чисто профессор сидит, смотрит, как работу выполняют. Им что-то непонятно, они берут у меня, спрашивают. Я им рассказываю. Так, сейчас буду показывать, что купили. Немного, конечно, но все же. Так, у нас тут предохранители, потому что они у меня постоянно горят. Напишите, кто знает, почему они горят. Кто догадается. Потом у нас реле поворотов. Вот. Потом у нас... Но это не мое, это не я покупал. Электроклапан, чтобы с газа на бензин переключаться классно было. У меня такое стояло, но оно сгорело. Видосик об этом, я не знаю, вышел или нет. Потом очиститель для карбюратора. 85 гривен вроде стоит. Потом у нас, ну тут хлам у нас полный. Потом рассольчика купил. Не помню, сколько он, 300 гривен вроде стоит или больше. 10 литров. Купили. Сейчас будем заливать. Покажем вам это все. Потом купили вот такую вот пахучечку. Вот она. Вообще классная. Просто ее хватит надолго, потому что там еще есть дополнительные вот эти жижки. Дальше брелочек вот такой. Просто, чтобы было удобно ключи доставать, там носить ключи. Да и вроде бы все. Вроде бы все. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы сольем воду. Надо слить воду, потому что будем заливать тосольчик сюда вот так, хопчик. Тут все грязненько после того, как погорело. Так, ключик на 13. Тут надо открутить, слить. А, блин, он тут полностью слизанный. Все. Не знаю, видно, че нет. Надо еще масло купить нормального. Нормального масла купить и залить его. Оп, полилась вода. Тепленькая.
О, Саня там еще один поехал кататься на мотоцикле. Так, скоро и мы будем кататься, только не знаю на чем, потому что у меня уже ни альфа, ничего нету. Альфа не продал. Альфа у дедушки моего. Хоп. Отсюда еще открутить надо. Не, ну тут горяченько. Сейчас польется. Кипяточек. Не знаю, видно, че, не? Ой, ничего не льется. А? Да. Ничего не льется, а вот сейчас польется. Открываем. Хоп. И смотрите, какая струя пойдет. Пошла. И там. И там. Еще тут где-то с трубок надо поскручивать, воду слить, чтобы вообще все чинал здесь было. Опа, опа, машинка потекла. Так, согрязненько тут, конечно. Достаем наш тосольчик. Будем его заливать. Наконец-то тосол. Наконец-то. Не надо будет с воду сливать. Опа. Так, ну что, там слилось или не слилось? Ну там еще льется и льется. Там уже походу все, а тут нет. Ну, ладно, подожду еще. А тут что у нас? Нема ничего. Ну, тут вроде тоже уже нет. Ну ладно, я сниму. Ее потом опять нагревать надо. Че, ладно, перемешается. Не сильно тут много воды. Тут вообще грамм 200-300, наверное, и все. Опа, и на улице уже новый день, новые поломки. Уа! Короче, у нас новый день. Уже светло, так классно. Вечерок уже, на мотоцикле люди катаются. Вон там стоит моя жига. Вон. Вон стоит пятнас. Вот стоит пятнашка Кирилла. И Шоха Андрюхи, в которую вкинули мотор. Недавно. Да, да. Дуже, сделали его. Дуже оно вон этот, да. И пробуют заводить, настраивать. Да, ну, Максим, давай затолкаем. Давай, трещотку найди. Так. Опа. Заталкиваем? Вот тут так легко, это пиздец. А что она так едет плохо? Я толкаю. Одной рукой? Нормально. Блять, она сколько? На 17? На 13? Так, да. Ладно. Тут как всегда. Работы. Я там должен был быть давно. Что делаешь? Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня меняем свечи на ВАЗ 2115. Чтобы поменять свечи, нам нужна головка на 22, трещотка и новые свечи. Не хочу рекламировать, но НЖК самые лучшие свечи в мире. Если для карбюраторных, то номер 2, если для инжекторных, номер 13. Это хорошо. О, у меня тоже стопчик. Добрый вечер. Привет. Ютуб. Привет. Вредно. Сам какой. Даша, у меня ходика нету, а не есть. Как это? Тут собрались все инженеры просто. Ну почти все. Кроме меня. Все инженеры. Ты только ломать умеешь. Я умею только ломать. Ломать и крушить. Даша, будешь? Да. Собачка, привет. Привет, собачка. Ой, блядь. Да, блядь. Да что вы все материтесь? Ой, сиди! Порядочный, ёб! Да хватит вам уже!
Ты в таком порядке, Максим. Ты в порядке, в таком порядке. Бачка, ты кто? Ты? Ой, молодец. Пошли, я тебе чипсов дам. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Туку-туку-туку. У нас есть чипсы, сейчас будем кормить собаку. Не ждали такого на канале? Я просто уже... На, это корм. Я меня попросил, да, чипсы куда. А, ты будешь чипсы? Спасибо. Так я же тебе давал чипсы. Кто у нас будет за двором убирать? А? Кто у нас за двором будет убирать? Так я вот так вот делаю. А у тебя-то кто будет убирать? Так она съест все. Не съест. Если не съест, то так вот протрём. Ты там мусор убрал? Где? Вот там твой валялся. Нету там моего мусора. Короче, у нас тут весело. Кто-то делает, кто-то рассказывает что-то. Эх, скоро эти мотоциклы пойдут. Сейчас у нас уже плюс. Это вечерочек. Все-таки сразу. Не знаю, ничего не. Сколько ты уже свечей поменял? 3. Последнюю меняю. А пятая где? В жопе у тебя. Распорочка. Надо снимать. Чё? То, что надо менять рулевые наконечники. Оно мешает. Понятно. Распорку надо снимать. Этот надо снимать, как он называется. Кинем, короче. Короче, Андрюха вкинул новый мотор, сейчас пробует ехать на нем. Сейчас приедет и расскажет свои впечатления. Как? Что сидишь, ты дома правильно? Ну что, свечи поменял, мотор как, работает? Да шесть газ теперь, ребят. На газу не туда, на работе. Андрей, туда-сюда ездит. Поехал. Перебирает? Прям реально жизнь. Вообще красивенько так. Вам не надоело гулять? Нет, не надоело. А мне надоело гулять. Сидеть нужно, качать друг на друга. Что, мне так и стоять? Тю, блин. Это что, это оператор или что? Работнички. Давай. Иди ключ возьми.
успехов своим подписчикам. Так, подъехала новая машинка на ремонт. У нас слетела цепь. Что? Все. Че ты меня бьешь? Вот только руки педали. О, несется. Да ты шо? Не нарадуется. Так, сука. А мы же... Видишь, фильтр поменяли. Масляный. А тут весь в воде был. Не было давления. Да ты хочешь, хоть сам хочешь у меня. Приезжали только что ко мне в гараж брать трамблер, который у нас погорел. Сейчас будем пробовать ставить на нашу жилу. Натяжитель. И натяжитель. И еще натяжитель цепи. О, все, уже не думал. Сейчас попробуем. Будем этот поставить. Так, пока Андрей идет отдыхает, там, мы заберем крышку. Пока он этого все не видит. Будем пробовать ставить на нашу машину, которая едет получше. Уже темно. Да вообще пизда, только пока не интересно, ничего нету. Будем мы выключаться. Ну это два варианта. Так что, может, заканчиваем видос на этом. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам нравятся такие влоги, пишите в комментариях, и мы будем дальше их пилить. Иногда. Все.